Далее на этой сцене Смирнов Елисей, театральная мастерская «Третий звонок», город Новосибирск. Номинация «Театральное творчество», «Художественное слово». Возрастная категория «Средняя А», от 10 до 12 лет. Педагог Галкина Ася Петровна. Автор слов и текста Рэй Брэдбери. «Вино из одуванчиков». Отрывок. Пришло лето, и ветер был летний, теплое дыхание мира, неспешное, ленивое. Стоит лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас поймешь, вот оно, начинается настоящая свобода и жизнь. Вот оно, первое утро лета. Дуглас Полдин, 12 лет от роду, только что открыл глаза. И как в теплую речку погрузился в предрассветную безмятежность. Он лежал в сводчатой комнатке на четвертом этаже. Во всем городе не было башни выше. И от того, что он парил так высоко в воздухе вместе с июньским ветром, в нем рождалась чудодейственная сила. «Вот здорово!» — шепнул он. Впереди целое лето, несчетное множество дней, чуть не пол календаря. Он уже видел себя многоруким, как божество Шива из книжки про путешествия. Только поспевай рвать еще зеленые яблоки, персики, черные, как ночь, сливы. Его не вытащишь из леса, из кустов, из речки. А как приятно будет померзнуть, забравшись за индивелый дник. Как здорово будет жариться в бабушкиной кухне заодно с тысячей цыплят. А пока за дело. Раз в неделю ему позволяли ночевать не в домике по соседству, где спали его родители, а здесь, в дедовской башне. Он взбегал по темной винтовой лестнице на самый верх и засыпал в этой обители кудесника. Среди громов и видений. А с позаранку, когда даже молочник еще не звякал бутылками на улицах, он просыпался и приступал к заветному волшебству. Стоя у открытого окна, Дуглас набрал полную грудь воздуха и изо всех сил дунул. Уличные фонари мигом погасли, Дуглас дунул еще, еще, и в небе начали гаснуть звезды. Дуглас улыбнулся, ткнул пальцем. Там и там, тут и еще вот тут. В предутреннем тумане один за другим прорезались прямоугольники. В домах зажигались огни. Далеко-далеко на рассветной земле озарилась целая вереница окон. Всем зевнуть, всем вставать! И огромный дом внизу ожил. Дедушка, вынимай зубы из стакана. Дуглас немного подождал. Бабушка и прабабушка, жарьте оладьи. Сквозняк пронес по коридорам теплый дух жареного теста. И во всех комнатах встрепенулись многочисленные тетки, дитя, двоюродные братья и сестры, что съехались сюда погостить. Улица стариков, просыпайся! Мисс Эллен Лумис, полковник Фрилей, миссис Бентли, покашляйте, встаньте, проглотите свои таблетки, пошевеливайтесь! Мистер Джонс, запрягайте лошадь! Выводите из сарая фургон, пора ехать за старьем. По ту сторону оврага открыли свои драконьи глаза угрюмые особняки. Скоро внизу появятся на электрической зеленой машине две старухи и покатят по утренним улицам, приветственно махая каждой встречной собаке. Джон Хаб, Чарли Вудман, вы готовы? Шепнул Дуглас улице детей. «Готовы?» — спросил он у бейсбольных мячей, что мокли на росистых лужайках.
чая свисали с деревьев. Мам, пап, Том, проснитесь! Тихонько прозвенели будильники, гулко пробили часы на здании суда. Точно сеть, заброшенная его рукой, с деревьев сметнулись птицы и запели. Дирижируя своим оркестром, Дуглас повелительно протянул руку к востоку. И взошло солнце. Дуглас скрестил руки на груди и улыбнулся, как настоящий волшебник. Вот то-то, думал он, только я приказал, и все повскакали, все забегали. Отличное будет лето. И он на прощанье оглядел весь город и щелкнул ему пальцами. Распахнулись двери домов. Люди вышли на улицу. Лето 1928 года началось. Смирнов Елена.